Аккуратненько, аккуратненько, прям как надо. Заедем. Вот сюда вот, давай, давай, давай. Вот, отлично, отлично, отлично. Да ну нафиг, подожди. Что за ты за гоночная машинка такая, что ты заехать-то не смогла. Ну, летит она теперь в пропасть. Берем наш автобус. Мега-супер-быстрый. Сейчас будем разгоняться, включать турбину. Все, турбину мы включили. Теперь у нас скорость будет бешеная. Офигеть, как мы быстро едем. Вау-вау-вау-вау. Выключаем турбину. Автобусик наш полностью сломался. Сейчас посмотрим, работает ли турбиночка у нас. Да, турбина работает. Теперь мы можем... Хотя она уже не поворачивает, все. Да, турбина уже перестала работать. Ну, вот так вот, вот так вот. Наш автобус разломался. Ну, давайте теперь тестировать другую машинку. Сейчас выберем. Так, машинки. Выбираем машиночку. На какой поедем? Есть возможность на ФСБ. Давайте на ФСБ поедем. Автомобиль Федеральной службы безопасности. Вот такой вот автомобильчик ФСБ. О, мигалки работают. Свет работает. Поехали. Разгоняемся. Сейчас мы попробуем перепрыгнуть. Так, максимально сделать. Максимально. Сколько у нас там скорость? 68 километров в час. 70 километров в час. Офигеть. Так, это мы спрячем. Все, едем. Давай. Опа. Все, не перепрыгнули мы нифига. Сейчас будем разбиваться. Все, разбили тачку. Но она... Нет, она уже не едет, к сожалению. Ну, давай попробуем. Еще раз. Еще раз попробуем. Эх, так. Что ж такое? Я там не сильно заехал на платформу. Поэтому, я думаю, нужно попробовать еще раз проехать. Так, поворачиваем, поворачиваем на платформу. Вот она, платформа наша. Во! Взлетели. И мы не долетаем. К сожалению, не хватает мощности. Надо, ребята, выбрать какую-нибудь гоночную тачку. Сейчас я попробую выберу гоночную тачку. Так. Где у меня гоночные машинки есть? Сейчас посмотрим. А, ну вот, пожалуйста. Это все гоночные тачки мои. Вот эту, например. Полис берем, полис, полицейскую. Хайтшвей патруль. Нифига себе. Так. Сигналочка работает. Все, едем. Поехали. О, вот это я понимаю скорость. Не просто так она называется. Патрульная машинка. Вау, 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 вау. Отлично, ребята. Вот это да. Ох ты, ё-моё, куда я выпрыгнул. Да. Эта тачка смогла. Она даже едет, у нее, смотри, колеса поломанные сзади. А, ну одно только колесо, да, не работает. Но она прекрасно дальше ездит. По бездорожью. Но можно ее еще раз
тестик сделать. Мне понравилось. Теперь с другой стороны будем смотреть на нее. Ты моё! Не попал я, не попал. Всё. Разлетелась она. И сигналочка наша перестала работать. Да, что-то я неправильно сделал. Куда-то я неправильно завернул, что ли. Ну, ё-моё. Всё. В обрыв, интересно, доедем? Да, до обрыва мы доехали. Давайте уже полностью разбивать машинку. Всё, консервная банка. Она превратилась в консервную банку, машинка. Высоко, однако. Высоко. Очень высоко падала машинка. Вот такой вот мост. Вот такой вот разрыв у моста. И надо вот это вот место проехать. Так, протестировали мы полицейскую машинку. Давайте протестируем какую-нибудь еще одну гоночную тачку. Которая быстро ездит тоже. Например, какую? Давай такую желтенькую. Ярко-желтую. О, тачка. Все, сигналочка работает, отлично. Поехали. Как она разгоняется? Хорошо или плохо? Не, нормально, нормально гонит. Так, а ну-ка, куда я сворачиваю? О, нет! Профукали мы поворот. Ладно, разобьем машинку, так уж и быть. Вау, нифига себе, она разорвалась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, прости меня, машинка. Но тебя мы протестируем еще раз. Поехали. Сейчас мы аккуратненько, прям как надо, заедем. Вот сюда вот. Давай. Вот, отлично. Да ну нафиг, подожди. Что за ты загоночная машинка такая, что ты заехать-то не смогла? Ну, летит она теперь в пропасть. Да. Давай, может быть, отъедем немножко назад. Сейчас мы развернемся. Попробуем скорость, чтобы была побольше. Сейчас мы посмотрим сейчас, какая скорость. 90 километров. А, она просто не успела, ребят, разогнаться. Вот, 107 километров. Это максимально. 110. Это ее максимальное, значит, значение. Опа! Все, мы смогли заехать. По крайней мере, да, машинка у нас сломалась, но мы заехали. Вот оно что, ребятушки. У нас очень мало было расстояния. Поэтому... Сейчас попробуем еще сильнее, больше сделаем дорогу. Чтобы разогнаться, конкретно причем. Посмотрим, как она сейчас справится с этим. Так, все, поехали. Так, 50 километров, 60. Так, третья передача. Четвертая. Давай на пятую, пятая. О, а тут же шестой же нету. О, почему мы на четвертой-то? Давай. 113, 114 километров в час. Вау. Сейчас точно сможем. Ну, давай. Опа, отлично. Немножко помялось. А, колесо выбило. Да или нет?
Едешь? Да, мы можем ехать. Хотя бы мы куда-нибудь доедем, например, на техосмотр куда-нибудь, в автосервис. Вот так вот мы, ребятушки, протестировали тачку вот эту вот.